До нашої студії завітав всесвітньо відомий астролог Веніамін Нікора. Вітаємо вас! Доброе утро. Довго чекали на зустріч, довго чекали, коли ви завітаєте до нашої студії. Зачекалися вже навіть наші телеглядачі на особистий гороскоп від вас. І я думаю, що хочеться дізнатися, що чекає на усіх миколаївців. Мені, як знаку Терези, також цікаво, коли ж настане покращення. Тож вам слово. Я очень рад, что я сегодня, во-первых, в вашей студии, во-вторых, в Николаеве. Мне очень приятно видеть эту сирень, потому что буквально 4 дня назад я был в Мурманске, и там валил снег. Вот столько. А в А нас сюда нарешті приезжаю, а прийшла здесь справжня весна. цветет сирень. Кстати, я когда был маленький, я все время искал, даже когда большой, стал тоже. Все время ищу, вот чтобы было 5 штучек. Ой, слушай, нашел. Надо Будемо загадать. загадувати бажання. Да. Вот. Надо загадать желание и съесть ее. Я хочу загадать желание такое, чтобы независимо от знаков зодиака повезло всем жителям этого города. Підтримую вас в цьому бажанні. Я думаю, що зараз разом з вами забажали усі наші телеглядачі. Ну, давайте посмотрим. Я предлагаю начать со знака Весы, если ты не против. Я дуже за обома ручками. И как интересно, Весам живется с оппозицией 3 планет. Сейчас к вашему знаку, ну, Уран давно, Меркурий в оппозиції і Венера. А То есть, я то например. відчуваю, щось не так у житті сталося, а це Уран та Венера. Ну, Весам надо немножко потерпеть, буквально через недельку выйдет из оппозиции Меркурий, а Венера будет там еще недели 3,5. Венера, она у нас отвечает за деньги, за материальное благо, то есть иногда будут вот проблемки, связанные с финансами у Весов. А Меркурий, оппозиция Меркурия, поменьше доверяйте словам. Меркурий отвечает за контакты, коммуникации, то есть, ну, иногда может приходить ложная информация, иногда, может быть, обманывать иногда будут. В Не общем, быть будемо более піддаватися. бдительными. Ну и я бы сказал, вот пока Венера в оппозиции, поменьше кушать сладкого. Боже, як же без солодкого жити? Ну, Венера отвечает за именно за сладкие продукты, конфеты всякие, сахар. Поэтому пока она в оппозиции, я бы А не щось хороше рекомендовал. буде у Терезів? Буде-буде. Сейчас в очень хорошем положении для знака Весы идет планета Марс. Марс – это мужчина, так что девочки Весы обязательно встретят своего принца на золотом коне. И это примерно в течение месяца будет. Ну и в целом Весам мужчинам это очень хорошо. Сейчас благоприятно там спортом заниматься, всякие вот, ну, марсовские проявления. Ладно, идем дальше. Скорпион. Скорпионам сейчас не очень хорошо, потому что у них в оппозиции Солнце. Я бы рекомендовал скорпионам немножко больше уделять внимание своему здоровью. Ну, быть более аккуратными, потому что Солнце – это такая планета. Тож приділяємо увагу здоров'ю, слідкуємо за собою для того, щоб все було добре і збулось бажання про те, щоб у миколаївців все було просто ось так. Да. Стрелец. Для стрельцов информация в основном хорошая. Это самая Венера, которая создает немножко пакости Весам. Стрельцам она как раз очень в хорошем позиции. Так что сейчас стрельцы могут там деньги откуда-то к ним придут, там какая-то информация хорошая. Единственное, мешает стрельцам оппозиция Марса. То есть стрельцы, которые за рулем, я бы рекомендовал вспомнить, что помимо педальки газа есть еще педалька тормоза. То есть быть более внимательным на дорогах. А я б це порадила абсолютно усім знакам зодіаку. Ну, за движение больше Марс отвечает, скажем так, стрельцы сейчас в самой кризисной позиции. Всем, конечно, тоже хорошо, но стрельцам особо внимательным. Козерог. Вот могу тебя обрадовать, козерогам сейчас немножко хуже, чем весам. Потому что вот эта самая Венера с Меркурием, она создает напряженный аспект козерогу. Поэтому я бы порекомендовал быть более внимательным с финансовыми тратами, более внимательным, опять-таки, к поступающей информации. Ну, немножко осторожности, внимания, ну и, собственно говоря, Ох уж ця Венера. ну да, говорят, Венера богиня любви, на самом деле, ну, Афродита, на самом деле Венера не сколько за любовь отвечает, сколько за материальное благо. Бог любви у нас Аполлон. Водолей. Водолеем сейчас очень хорошо расположен Марс. То есть водолеи, которые планируют купить машину, сейчас самое лучшее для этого время. Либо там на ТО, если что. В общем, уделите внимание марсовской сфере. Рыбы.
Ну вот прямо сегодня у рыб немножко сложненько, потому что в оппозицию к рыбам сегодня Луна, то есть сегодня-завтра рыбы немножко понервничают. А в целом позиция достаточно нейтральная. Ну, я бы сказал, примерно как стрельцам, тоже напряженный аспект от Марса, если даже немножко хуже. То есть, если у вас есть машина, лучше там на недельку оставьте ее в гараже. Потому что напряжение такое сложненькое. Овны. Овна все более-менее хорошо. Единственное, я бы порекомендовал вот немножко попозже, недели через две, вот эта самая Венера войдет в оппозицию к Юпитеру. И ну, повышенная внимательность, особенно всего, что касается контактов, коммуникации, переговоров, финансовых каких-то вложений. Я бы вообще любые финансовые операции порекомендовал бы Овнам подождать, пока Венера выйдет из их знака, это где-то недельки три. Ну, например, там кто-то хочет взять кредит, прекрасно, но чуть попозже. Не потрібно поспішати з будь-якими фінансовими операціями. Да. Тельцы. Ну, тельцам, во-первых, там идет сейчас Солнце по знаку Телец, во-вторых, там же находится Белая Луна. Белая Луна – это такая одна из самых хороших точек гороскопа. То есть даже проблемы, если возникают у тельцов, то как бы некий буфер такой. То есть она снижает риск. Так что тельцы сейчас, если кому-то вот... Тельцы сейчас, как знаешь, как такой талисман. Их надо брать, водить с собой. То есть они сейчас приносят удачу. Знаю я одного такого тельця. Віктор Дяченко, повертайся до нас, будеш нашим талісманчиком. Дальше, близнецы. Именно в близнецах идет эта самая планета Марс. Она будет давать близнецы. Близнецы и без этого на месте никогда не сидят. А сейчас они такие, знаешь, как такой мини-вулкан. Вот. Два дня у них будет немножко хлопотно, пока Луна идет в напряженном к ним аспекте. Зато через два дня, сегодня у нас пятница, да? Суббота, воскресенье. Вот с понедельника у них три дня будет повышенная фартовость. Необходимо ловить эту мить. Да, пусть они там себе назначат какие-то важные дела на это время. Рак. Что касается рака, у них немножко все сложновато. То есть такое повышенное сейчас напряжение у них происходит. И это напряжение еще какое-то время будет сохраняться. Но, забегая немножко вперед, скажу, что с конца сентября у раков начинается целый год фартовой полосы. Ничего себе. Скорпион переходит в Юпитер, и это очень благоприятная для раков позиция. Лев. Достаточно ровная ситуация. Вот этот самый Венера с Меркурием, которые вот не очень позитивно к весам, к львам в самом хорошем положении. Так что львы сейчас могут заниматься бізнес, там какая-то прибыль к ним прийде, щось таке позитивне. Дорогі наші леви, якщо у вас будь-який бізнес чи якийсь бізнес-проект планується саме зараз, цей час, можете брати свою долю в руки і враховувати все, що хочете. Да, ми з тобою в долі. Так, так. Що, любові ви нам должны. Не забудьте поділитися. Да. Дальше, Дева. Ну, сьогодні-завтра Діви можуть немножко понервничати, тому що Луна вошла в їх знак, і вона Луна в целом более-менее, но она сейчас несколько напряженных аспектов. Потом Луна дает оппозицию к планете Нептун, а Нептун в ряде прочего отвечает за алкоголь. Так что девам два дня категорически нельзя вообще просто. Не дивлячись ни на какие выходные, девы, у вас сухий закон. Ну, хотя бы два дня. Дальше пусть творят все, что угодно. Вот, собственно говоря, такая картинка. В целом ситуация на небе достаточно ну, уравновешенная. Если посмотреть, допустим, с позиции страны, то Украина у нас телец по гороскопу. Пока Солнце идет по знаку телец, сейчас здесь должно как-то красиво что-то развиваться. А когда Солнышко подойдет к Белой Луне, какое-то будет интересное событие в Украине. Тобто уже цього тижня мы можем очікувати щось несподіване. Да, причем такое очень позитивненькое, хорошее. Ну, на Білій Луні обычно происходят интересные события. Все ж таки, Україна знову переможе на Євробаченні, серцем відчуваю. Може, а ось для нашого міста загалом, для жителів нашого міста, можливо, для області, який можемо зробити невеличкий прогноз? Я от два дні в Ніколаєві, у мене таке впечатлення, що немножко енергетика понизилась в городі. От я би рекомендував людям вспомнити о чому-то більш духовному. Зайти в церковь, вспомнить молитвочки, еще что-то. Нужно сейчас немножко приподнять энергетику города, хотя бы немножко. Потому что такое впечатление, что вот легкий спад.
Но это сказывается, ну, я уж молчу про дороги, да? Вот, все жители города и так это знают. В общем, сейчас каждый человек должен подумать о себе, сделать себя немножко светлее. Я как-то говорил, когда мы зажигаем свечу, становится светлее на одну свечу. То есть пусть каждый подумает о себе, пусть каждый подумает о своем личном счастье. И это принесет счастье всему городу. Угу. Тобто починати необхідно саме з себе, і від цього стане краще не тільки місто, а можливо, і навіть країні. Тільки з себе треба починати завжди. Якщо ти горіш, якщо ти світишся, становиться світлій на одного чоловіка. Угу. Дякуємо вам, Веніаміне, за те, що розказали, що чекає абсолютно всім знакам зодіаку. Я особисто, як Терези, сподіваюся, що буде покращення. Не буду зв'язуватись з фінансами, буду чекати, коли все буде добре. Потім все буде замечательно. Дякуємо вам за те, що також поділилися, як покращити життя у нашому місті. Думаю, що після нашого ефіру кожен з миколаївців буде намагатися стати світлішим, стати кращим. А ще п'ятиконечної сирені однозначно сьогоднішнього дня все буде прекрасно в нашому місті. Я думаю, що можна зараз виходити на вулицю, і так як вузок зараз світе абсолютно на усіх вулицях, шукати п'ятилисник і загадувати бажання.